спеціального кулінарного холу в центрі Києва. Ми розпочинаємо кулінарну програму «Смакуємося». Для нас в гостях Аксакал вітчизняного танцю, народний артист України Григорій Миколаєвич Чапкіс. Євгеній Миколаївич. Я колись в інтерв'ю прочитав, що, як Григорій Миколаївич казав, во времена моєї молодості, якщо на столі було багато водки і олів'є, праздник удався. Время змінилось, і для того, щоб праздник удався, треба удивляти, Григорій Миколаївич. Давайте. Чим ви сьогодні нас будете удивляти, що ми готуємо? Я думаю, що найкраще, що у мене вийде, це домашнє жаркое. З чого ми почнемо? Витягаємо м'ясо, починаємо говорити? Починаємо будемо... з м'яса. Да? Ми режемо м'ясо. Свинка. Давайте. Отлично. Ви блюдо це, наскільки я вже зрозумів, з самого початку не перше. О, це прекрасне м'ясо. Да? Прекрасне м'ясо. Ще Григорій Миколаївич признався, що я не люблю вот это нарізати. Я люблю, коли мені все це жена приготовить, да? А ви вже всі інгредієнти. Да. Значить, починаємо різати. Починаємо різати. Так. Значить, Григорій Миколаївич розрізає м'ясо, а я, напевно, почну вже чистити картоплю. Чистити картошку, потім я підключусь. Буду робити то, чого ви не дуже сильно любите робити. Григорій Миколаївич унікальна людина. Всі ви його чудово знаєте. Недавно відбувся ювілей Григорія Миколаївича, на якому було присвоєно йому ще, крім народного артиста, яке ще звання було? І вручили орден Святого Станіслава второї степені. І який це був ювілей? Скільки вам років? Совершеннолетие. А если честно? 80. Народ. Я так думаю, что сегодня, Григорий Николаевич, многие будут держать в руках записные книжки, карандаши и бумаги, будут записывать рецепты молодости и секреты здоровья. Пожалуйста, я делюсь. Не надо завидовать, Юра? Ну как не надо завидовать? 80 лет выглядеть моложе, чем некоторым там по 60 и по 70, это даже не шутки. Так в чем секрет здоровья и молодости, Юрий Николаевич? Ну, во-первых, Юра, надо любить. Если курить бросишь, начнешь. Я не курю. Пить бросишь, начнешь. Ну, я не пью. А если перестанешь любить, никогда уже не начнешь. Значит, надо любить. И второе, надо двигаться. Вот кожний день, ви не дивлячись ні на що, ви встаєте, йдете і займаєтесь. Іду на репетицію, танцюю по 6-8 годин в день. Кожний день? Що? Кожний день. Кожний день, тому що я групові заняття не веду, а індивідуальні ко мені записуються. Ко мені направляють ЗАГСи, я їх готовлю к свадьбам молодих. По спеціальному заказу, хто-то хоче танго, хто хоче вальс, хто хоче фокстрот, сучасне щось, латино. Ну, а вам на протяжении всей жизни приходилось придерживаться какой-то диеты или у танцоров нет какой-то определенной? Я не признаю диет. Да? Юра, нужно, вот смотри, ты в бак заливаешь 50 литров бензина, и 50 загорает, машина идет идеально. А если ты зальешь 50 литров, а сгорит только 30, а 20 будет копеть, понял, мотор облипает жиром, и машина останавливается. То же самое человек. Не надо никакой диеты, надо все, что ты съедаешь, сгорело в движении, это в труде. После труда, после праведного труда за столом, должен быть праведный труд где-то да, в тренажерном да. зале. А если минимум. Ты поел пельмешечки, макарончики и лег на диванчик, это уже хуже. Ну вот, все готово, начинаем жарить. На сковородочку? На сковородочку. Да. Наливаем. Кто какое масло любит, но я люблю постное, растительное масло, такое крестьянское наше, которое пахнет. Оливковое вы никак, да? Оливковое, спагетти оливковое. Так, чуть-чуть наливаете, да? Наливаем масло. Все. Но вот если вспоминать все дни молодости и детства, то вот насколько я понял и правильно читал, мама была против того, что вы занимаетесь танцем, да? Я даже читал такое, Гриша, когда ты уже наконец-то возьмешься за голову Нет, и будешь заниматься каким-то серьезным делом? Это был потрясающий случай, когда моей маме было 83 года, а я работал в ансамбле танца имени Павла Вырского. Она сидела в первом ряду в Украине. Ну, меня поднагрузили сольными партиями, чтобы я побольше... Показался маме, потому что гость сидит такой дорогой. Отработали концерт. И потом мама приходит за кулисы и говорит, а я уже был заслуженным артистом и лауреатом трех международных конкурсов. Пригласили маму.
Посмотрела она и говорит: «Ой, сыночек, как ты хорошо пляшешь, но когда ты за дело возьмешь? Когда ты работать начнешь?» Она мечтала, чтобы я был портным. Значит, чтобы я был кузнецом. Тогда это было очень модно, потому что мой отец был шорник. Знаешь, что такое шорник? Нет. Это сбрую. Сбрую. Для лошадей? Хомуты, лошади. Uh-huh. Это вот уздечка, вожжи, кнуты. Вот это все он с дедом изготавливал. И тогда кузнецы ценились, как сейчас, ну, допустим, мастер по ремонту мерседесов. Кузнец хороший, да. Это было почетно. Далее. Она хотела, чтобы я был парикмахером. Тоже серьезно. Да. Работа. Ну, в белом халате, знаешь. О том, чтобы пахнет я был инженером или врачом, не могло быть и речи, потому что я был из бедной семьи, у нас не было денег на эти дела, на учебу. Надо себе представить семеечко. Семеро детей, папа, мама, бабушка и дедушка. Бессарабия. 11 человек. Глиняный домик, где мы жили. В окраинах Кишинева я родился, потом в Бендерах. И тут вот этих семеро, а я был предпоследний. И я начал танцевать с 3 лет, еще ходить не мог, мама говорит, и я уже плясал. Потому что я, там половина цыган было. Uh-huh. И вот первый мой танец был цыганочка с выходом. И бывало, что это даже приносило доход. Да? Спляшешь, кто-то что-то даст. Вот заработки начались с 3 лет. Мое детство. Близькі люди кажуть, що Григорій Миколаївич танцює навіть у вісні. Ми це не перевіряємо, але ми точно знаємо, що Григорій Миколаївич вишукано готує їсти. І сьогодні жаркоє, яке він нам готує, впевнений, сподобається всім. І ви так само його будете сьогодні готувати. Значить, м'ясо не повинно покритися ніякою корочкою, да? Воно отак трошечки підтушилось. І далі ми його висипаємо в велику кастрюлю. Так. Вот мы начинаем перекладывать мясо сюда. Может, давайте мы возьмем такую? Видите, чтобы жир туда не попадал, вот мясо. Угу. Давай-то я вот это. Так. И на этом жире мы будем... И на этом же жиру, который поплавился. Все, пускай пока стоит. Да. Я предлагаю сюда мясо... Сюда мы заливаем воду. Водичка. Дивиться, сколько ей. Вот оно покрыло мясо. Видишь? Должна покрыть, да? Да. Все. Так, водочкой покрываем мясо. Вот и на медленный огонь. И на медленный огонечек оно варится. Так. Ця кмітлива плита має спеціальну функцію блокування захисту від дітей. Тому ви можете бути спокійними. Навіть під час приготування їжі діти можуть гратися на кухні. Бош, винаходження для життя. Так, поки наше м'ясо вариться на такому середньому вогні, да, Григорій Миколаївич, ми відклали сковородочку, да. Із, тут можна сказати, уже соус, тут жир від м'яса. От сюди ми зараз бросимо лук. В яких країнах ви побували, Григорій Миколаївич? В 71 стороні світу. Ви були? Так. Да. А в деяких по 5-6 раз. Ну, не было у вас вот этого шока, который был у советских людей, приезжающих из Советского Союза за границу, удивляющихся, как вообще там, нет? Или артисты привыкают? Изменилось то, что я мог приехать и рассказать тебе, что я видел. А в советское время я не мог этого сделать. Угу. Потому что если бы я приехал оттуда в советское время и рассказал бы, что я видел, то это называлось антисоветская пропаганда. Надо было просто молчать. Вот мы молчали. А сейчас... Мы первый раз узнали уже здесь, что бывает столько колбас, что бывает столько разных наименований. Мы знали одну докторскую колбасу. Ну да. И в лучшем случае по праздникам сухая колбаска. Так, ставим на вогонь, теперь это? Да. Не на большой огонечек. Так. Мало хто знає, що у Григорія Миколаївича є донька, яка живе в Італії і викладає танці. У нього своя школа. Син, який в Америці живе в Сан-Франциско і викладає американцям. Що б ви думали? Хіп-хоп. Ми думали, що це американці вчать європейців хіп-хопу. Виявляється, ні, це європейці вчать американців хіп-хопу. І чапкіси завойовують мір, Григорій Миколаївич. Так, да, бренд один з'явився в Італії. Чапкіс Денс, в Америці Чапкіс Денс і в Києві Чапкіс Денс. От і все. Мір завойовав. Юрочка, посмотри, що я роблю.
От видишь, она, лук поджарился неоднородно. А вот сейчас посмотри, как он подрумянится сейчас. И вес будет одинаковый. Так, Григорий Николаевич, я что, нарезаю картоплю половинками, да? Да. Нет, картоплю еще рано. Сейчас, сейчас самое главное, Юра, это поджарить муку. Муку? Да. Как только поджарю муку, весь дом начнет чувствовать, что здесь жарится. Вот смотри, как жаркое. Видишь, да. Румяное становится. Вы не звертайте увагу на все. Це ті это ті поради, які ніде не прочитають. Це дуже цікаво, потому що сразу все становится однородно, румяненько. Оно придає і вкус, і цвіт. Вот все. Все, висипаємо в м'ясо. Теперь ми вот это вливаємо сюди. Все, жиром з усім. І на цій же сковородочці ви хочете муку? Чи візьмемо іншу? Муку. Ми візьмемо сухую. Сухую сковородку, другую. Все, так, на маленьком окне, огне она варится. Все, вот это в мойку. И, а, ассистент. Есть. Все, Юра. Теперь мы жарим муку. Ой, я боюсь ошибиться, дай мне другую ложку обыкновенную, потому что я могу взять много муки. Вот смотри, одна ложка. Угу. Вторая. Третье. Угу. Все. Это все зависит от того, как ты хочешь, чтобы подлива была жиденькая водичка. Такая. Или густая. Или как сметанка. А вы как любите? Я люблю погуще. Все. А густота приходит от... Все, я добавил еще одну. Все, спасибо. Сейчас мы должны все время это мешать. Угу. Так, чесночок нам же треба нарезать? Еще рано. А давай-то я буду все одно... Давай, почисть. Так, а мы, це молоденький у нас чеснок? Да, да, мелко так. Вот смотри, Юра, вот здесь нельзя останавливаться, чтобы мука не подгорела. Угу. Она должна быть, мука, румяненькая, но не подгоревшая, потому что иначе, если она подгорит, горькая будет. Угу. Понял? Значит, чтобы не было горькой, нужно все время мешать. Так в ансамбль Вірського ви в якому році ви попали в ансамбль? В 46-му. В 46-му. Приехали в Київ ми. В 43-м. Только немцы ушли осенью. Только немцы бежали отсюда, их изгнали из Киева. И мы ехали домой. Юра, это я такой сейчас высокий, широкоплечий. С шевелюрой. Да. А тогда, Юрочка, мне было 13, а я выглядел на все 9. О, Боже. Меня никуда не хотели брать. И папа, ни я, ни папа не знали ни украинского, ни русского, и забыли румынский. Понимаешь, все перепутало нас, и мы же жили 2 года в Казахстане, и кое-что казахское, мешался такой язык, что мы только друг друга понимали, а остальные нет. Но папа бросил на стол последнюю карту директору. Ну посмотрите, как мой сын пляшет. И я сбацал у него в кабинете цыганочку на пузе на голове. Он сказал. И он вызвал замполита училища, говорит, иди заходи ко мне, я тебя на артиста нашел. И меня взяли в это училище. Юрочка, родной мой, впервые в 13 лет я лег в настоящую кровать с матрасом железную. Обувь я одел, первую свою обувь, в 7 лет. Я помню до сих пор эти сандалики. А до этого я ходил летом босиком, а зимой в постолах. З портянками. Знаєш, що таке постоли? От це гарно зараз почути тим дітям, які капризничають. І яким не подобається те взуття, яке їм одягають батьки. Борошно вже набрало правильного кольору. Гарно пахне. Можна вже вважати, що воно підсмажене? Чи... Так, воно підсмажене. Тут потрібно дуже-дуже осторожно, щоб вона була коричнева і пахла добре. Але не дай Бог, якщо вона підгорить. Якщо підгорить, буде горіч. Може, щоб не було горіч. Чого ми дійшли до цього цвіту? Тепер посмотрите. Тепер. Саме головне настає. Ми повинні зараз розтворити ось цю муку, щоб була маса. А для того, щоб вона не заварилась кусочками, комками, ми заливаємо холодною водою. От якщо залити гарячою водою, як сказав Григорій Ніколаєвич, будуть такі гульки, як вони називаються? Розкатувати бульки до вечора. Розкатувати до вечора. А так холодною водою. Вот оно будет сейчас, как сметанка вот такая вот, жиденькая.
І от, от саме від неї залежить, яке буде, яке буде гаряче, чи густе, чи, чи рідке. Це основа для жаркого. Для подливи. Як кажуть в Україні, гаряче. Юрій Ніколаєвич, може ми вже будемо картоплю закидати? Картошки ще рано. Картошку ще рано. Получилась однородная масса. Нет гульк, нет ничего. Однородная жареная мука. Понюхай, как пахнет. Все слышишь? Смак дитинства. Вот все. Теперь мы должны добавить томат. Но немного. Томат у нас в холодильнике. Мы томатную пасту добавляем для цвета. Потому что если мы переборщим, то томат раздавит. Давай, бросай. Раз. Еще одну ложечку. Все. Еще? Хватит. Потому что если больше, то уже будет вкус пропадет. Томатное жаркое. Уже будет томатное жаркое. Смотря кто как любит. Можно больше. Я беру только для цвета. Так, вот мы начинаем. Вот мы это сделали. Сейчас мы начнем. Соль. Yeah. Вот у нас велика, крупна. Вот мы начинаем. А солить нужно пальцами. Тремя пальцами. Я чувствую, сколько у меня соли. А если в ложке, вот я знаю, сколько мне нужно насыпать. Раз. Потому что хреститься и солить треба тремя пальцами. Три. Ой-ой-ой, по-моему, вы влюблены, Ирина Николаевна. Тогда я спрашивал, мама, сколько нужно сыпать? Она говорит, ну, так возьми тремя пальцами. Вот мы начинаем мешать. Вот, головне, це батьки вчать дітей готувати їсти. Ну, по-моєму, ви влюблені, Ігор Ніколаєвич, пересолили трошки. Боже, який я кайф отримую, Юра, якщо ще ви одобрите, це взагалі буде для мене праздник. Я отримую таке удовольствие. К сожалению, я не можу це робити часто. Нет ні времени, ні для кого. Нас двоє. Ну, зараз ми принаймні це робимо. Що у нас далі, Ігор Ніколаєвич? От ми насолили, тепер ми наперчимо. Вот у нас перець. Наперчили. Мені вже хочеться все це з'єднати і запустити його тушитися. От все. Воно вже не на огні у нас зараз. А? Зараз вже не на огні. Ні, воно не на огні, то що, якщо буде на огні завариться. І що додаємо води? Нічого собі. Так. Все. Теперь мы вот это все выливаем сюда. Выливаем сюда. Осторожно. Давайте, давайте. Вот так? Да. Все, Юрочка. Так, держите. Сейчас мы хорошо размешали. И что красивый цвет получился. Все ж я хочу запитати, коли картоплю туди кидати, в кюарана. От коли вже все тут буде готово, по вкусу нормально. Так вона ще ж варитись буде картопля. Вона ще звариться. Воно все має поваритися, воно стане гуще. Може я все-таки ще порозрізаю її трошки дрібніше? Ні, 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 ні. Поняв. Вона ж потім розвалиться, треба, щоб вона була целенька і половинками. Поняв. От все. Зараз він має потепити. Несколько минут. Ано? Відкриваєте кришку, додаємо нарешті картоплю. Осторожно, щоб розгоніли ці. Куди, куди. Скільки вона по времени повинна готуватися? Ну, я не знаю, на цьому огні. У мене маленька комфорточка. Ну, вона 10-15 минут. Ну, мене беспокоїть, що дуже великі куски картоплі. Так, от в цьому прелість. Маленькі б розварилися і превратились б. Да? Але ми повинні зберігати целенькою. Ну, це у нас на точно на чоловік 7. Все. А чесник? Все, вона повинна покритися. Давай ми чесник видавимо ще. Даві, даві. Чеснок, коли буде почти готова картошка. Ну давай, я його зразу. Ні, ні, ще рано. Да? Ще рано. Ще рано буде варитися і... От все. Чекаємо. Хвилин 15. Я думаю, для цього вистачить. Да. Ну, у нас жаркое практически готово. Практически готово. Единственное предостережение. Значит, вот оно доходит, картошечка, да? И нужно следить за тем,
чтобы оно им пригорело. Все время замешано было. Если пригорит, испортим жарку, оно будет пахнет дымом. Это во-первых. Во-вторых, нам осталось только чеснок. Чеснок. Лавровый лист. И лавровый лист. Но его нужно просто тогда, когда я уже почти готов. Ну все, уже чтобы готово. Чеснок долго не кипел. Давай это мы его. И чтобы лавровый лист долго не варился. Вот так, дави. Угу. И что, лавровый листок? Да. Все. Перемешай. Сейчас перемешиваем. Григорій Миколаївич, як бачите, не тільки заправський повар і танцівник, він ще й автор двох книг. Перший називається «Автобіографічна повість». Перший. А вторий називається «Мої жінки». «Мої жінки». От «Мої жінки» у мене є, підписана Григорієм Миколаївичем. Я її читав. Присвячується вона, як він написав, Аллі Борисовні, жені, третій і останній моїй жені. А є от в планах ще якась книга, яку хотілося б вже видати, тому що 80 років – це такий новий етап є, в житті. Да, значить, це новий шлях від 80 до 100 років. Так, да, значить, буквально сталося немного, і вийде книжечка для мужчин, яка називається «Все, що має знати мужчина після 40». Я беру на себе таку смілость. Потому что мне было 20, мне было 30, мне было 40, мне было 50, 60, 70, 80. С высоты своего возраста я могу кое-что посоветовать мужчинам. А можете коротко, Иван Николаевич? Главное, это мозоль, не курить. Значит, вредные привычки в меру, понимаешь, в меру. Если взять меня как пример, то я не курю и не пью, никогда не курил и не пил. Зато? Это третий любил и жизнь любил, танцевать любил. Двигаться любил. Моє естественное состояние – це движение. А що таке щастя, ми ще про це поговоримо. Нехай приготується до кінця наше жаркоє. І зараз ми його будемо пробувати. Для того, щоб приготувати таке гаряче, нам потрібно перш за все трошки обсмажити м'ясо на олії. Для того, щоб воно не покрилося корочкою, а просто трошки підтушилось, правильно, Ігор Миколаївич? Потім ми все це висипаємо в кастрюлю, витягуємо м'ясо. Воно тушиться на маленькому вогні. І воно тушиться на маленькому вогні, додаємо туди воду. Той жир, який залишився в нас на сковородці, ми на ньому жаримо цибулю. Да. Після цього ми висипаємо цибулю в наше жаркоє, і м'ясо продовжує тушитися. Це саме стосується і борошна, яке ми смажимо окремо на сковородочці, да, для того, щоб воно не пригоріло, тільки набрало свого кольору. Починаємо тут вливати, є нюанс, тільки холодну воду, для того, щоб не бралося ніякими катишками, ніякими бульбашками. Виходить майже повна сковородка. І починаємо ворожити. Починаємо ворожити. Вороження складається в... Для цвіту пасту. Пасту додаємо в борошно. По вкусу. Да, по вкусу. Солимо, перчимо, все це по смаку. Потім ми все це вливаємо в м'ясо. І коли в нас вже практично готове м'ясо і все це зварилося, ми додаємо крупно порізану картоплю, яка там вариться, чеснок за смаком і лавровий лист. Лавровий лист. От так, гаряче від Григорія Миколаївича Черка. Ну що, пробуємо, Григорій Миколаївич. Ну зараз серйозний дуже критик буде вас критикувати. Як подліва? Це божественно. Хто любить, може роздавити картошечку, зробити. Мене тільки напрягає, чого ви не пробуєте, Григорій Миколаївич. Почему вы не пробуете? А я не люблю горячее, она должна быть тепленькая. Это горячее, можно испечь свой язык. Все, что я зараз попробовал, это не просто смачно, это очень смачно. Но у нас есть еще один подарунок от Григория Николаевича. Он зараз нам расскажет, что такое счастье. Потому что каждая людина приходит це життя для того, щоб відчути щастя. А люди, які прожили таке довге і щасливе життя, точно знають, що таке щастя. Що таке щастя, Григорій Миколаївич? Значить, однозначно відповісти на цей питання невозможно. Кожен бачить своє щастя по-своєму. Ну, наприклад, голодний говорить, мені би зараз поїсти кусок хліба, я був би щасливий. Чоловік, не маючи квартиру, говорить, от би мені хату, я був би щасливий. Молода жінка думает, боже мой, быстрее бы выйти замуж. Ты посмотри, все мои подруги понарожали детей, замуж, а я еще нет. Быстрее, быстрее. А та, которая прожила, поспешила неудачно, быстрее бы мне развестись и обрети свободу. Счастье в тебе
Или ты ждешь, когда ты выйдешь замуж, он тебя сделает счастливым. Когда ты женишься, вот она составит тебе такую пару, что ты будешь счастливым. Вот счастье для тебя вот сделает держава. Вот счастье вот принесет тебе на тарелочке. А оказывается, что каждый кузнец своего счастья, и кроме того, к этому добавляется немножечко фортуны. То есть нужно повезти. Каждый кузнец своего счастья – это не банальные слова. Проверь на жизнь. Григорий Николаевич Чапкин сегодня у нас был в гостях. Григорий Николаевич, удачи вам. Спасибо вам большое. Удачи, счастья вам, здоровья. Спасибо. И до наступної зустрічі. Приятного аппетита. На танцювальних майданчиках, але і у нас на кухні. Їжте, ні в чому собі не відмовляйте і танцюйте, тому що поєднання всіх речей, які вам подобаються, і створюють в житті щастя. Це перевірено досвідом, перевірено Григорієм Миколаївичем Чаркусом. До зустрічі рівно за тиждень. Це смакуємо, нехай вам щастить. Бош. Винаходження для життя.